Юзеф. Да, Зошенька? Пан Юзеф, я давно хотела поговорить с вами. Пожалуйста, Зошенька. Дело в том, что у меня очень маленькое жалование. А вы не хотите, чтобы вам прибавили жалование? Так назвал свою миниатюру немецкий писатель Отто Фишер. Ну что ж, Зошенька, я охотно похлопочу перед паном директором, чтобы вам прибавили жалование. Спасибо. Пожалуйста. Только в том случае, если для этого есть основания. Ну, конечно. Ну-ка, давайте разберемся. Давайте. Значит, у нас в году 365 дней. Угу. Ежедневно вы спите 8 часов. Это 121,5 день. Остается 243,5 дня. 8 часов вы работаете, но 8 часов вы отдыхаете. Это еще 121,5 день. Остается 122 дня, да? Так, 52 воскресенья. Остается... 70 дней. Правильно, Зосенька, вы великолепно считаете. 70 дней. Так, кроме того, вы каждый день опаздываете на работу в среднем на 20 минут. Да-да, Зосенька, да-да, это еще... 4 дня остается 66 дней. 30 дней отпуск остается 36 дней. 7 дней в году праздники остается 29 дней. 12 раз в год у нас санитарный день остается 17 дней. Так, полчаса на обеденный перерыв. Это еще 8 дней остается 9 дней. И 8 дней вы болели. Но ведь у меня же был бюллетень. Ну какая разница, Зосенька? Остается... Один день? Да. Но этот день падает на Новый год. А в Новый год никто не работает. Даже мы. Вот если бы, Зосенька, вы еще делали что-нибудь по совместительству. Пан Юзеф, по совместительству я пою.